Лесные пожары рядом с Барагонцами Вилюйского района подошли с южной и восточной стороны. В населенном пункте началась эвакуация детей и жителей старшего возраста. Также сложная ситуация складывается в селах Хампа и Темпы. Всего же в Якутии на сегодня действуют 42 лесных пожара на общей площади свыше 73 тысяч гектар. В ликвидации огня задействовано более 1000 человек и 80 единиц техники. На сегодняшний день, значит, постоянное круглосуточное коровыливание происходит со стороны речки Тамара по всей кромке лесного пожара. Это местным населением. Первый день вышло порядка 70 человек, и каждый день отрабатывает от 50 до 60 человек круглосуточное дежурство проводится. Угрозы населенному пункту нету, задымленность есть, но по замерам Роспотребнадзора она в пределах нормы. Значит, местное население, которое престарелые люди и дети, значит, эвакуированы по родственникам по городу Вилюйску и ближайшие населенные пункты из-за задымленности.